Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхиордс, и наконец-то пришло время платить по счетам. В общем-то, это у нас заказ игры из Boosty, Famerfall заказал, за что ему огромная благодарность, потому что Fallout 4 я обожаю, Fallout вообще очень клевая серия, 4 так мне очень понравилось, я все-таки как бумерок, зумерок, третий, ну такие пошаговые, слишком сложные, а вот 4, где больше экшена, и это прям для меня. Так вот, давайте же начнем, мы будем играть, скорее всего, как минимум час, потому что по условиям акции это так. Давайте настройки поглядим, я тут что-то... Опять все настройки слетели, я не знаю, как так, я в лаунчере делал, но все пошло по перде, так сказать. Субтитры диалогов, это я люблю субтитры, тоже люблю, метки, хорошо, интерфейсы, худ, нормально, бой, так, назад. Должно быть сохранение, отлично. Да, еще я выражаю дань уважения и качал репак Хаттаба. Давайте начнем новую игру. И будем возбуждаться. Если что, игра на SSD стоит. Ну, просто чтобы не было вопросов. Но, по-моему, игра не знает то, что она стоит на SSD. Либо что-то не загрузилось. Я думаю, все хорошо, просто немножко не получается. Или же нет? Экстра долгая загрузка, никогда такого не было, и вот опять. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. Блин, я что-то никогда целиком, походу, этот видос не смотрел, да чего же он, блин, крутой, пафосный, просто шок. А можно здесь разрандомить секси-мена мне, пожалуйста? Unbelievable sexy man, сейчас я поменяю. А, так. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Дополнительно. Урон. Не хочу урон. Не надо нам такое, некрасиво. Так, назад. Давай лицо. Подожди, может быть, вот здесь как раз таки можно. Ой, какой он. Вот это мне нравится. Сейчас выберу какого-нибудь сексуального мужчину. Ну, это прям какой-то, не знаю, мужчина красивый слишком.
Ну вот один мне там понравился. По-моему, я его пролистал, ничего. Ну вот этот, давай за вот этого мужчину будем. Он достаточно интересен. Готово. Окей. Ну и начинается, собственно, геймплейный процесс. Если я не ошибаюсь, я поставил максимальную графику. Но знаете, как будто нужен V-Sync. Good morning, Cortsford. Thanks, Cosway. Of course, sir. По-моему, надо телек посмотреть, потом к ребенку пойти. И потом уже бежать в бункер. Ощущение, как будто прям точно нету возможности V-Sync поставить. Ага, прицел, камера, субтитры. Не, не могу. Ладно. Пойдемте еще посмотрим, что у нас в красивой хате есть. О-ля-ля, красоточка жена. Не помню, в каком году игра вышла, но, блин, даже сейчас она очень недурно выглядит. Ля, какая ласточка стоит. Молодой, чё ревём? Не время для расстройств. Ну, enjoy так enjoy. Че у нас тут кладовая? Блин, да чего же пафосно два окна в спальне смотрятся? Серьезно. Прям очень недурно. Прям более чем. Ну, говорит кофе, вот, по всей видимости, кофе. Попил все. Grognak the Barbarian in the jungle of the Bat Babies. Can you get that? My favorite. It's probably that salesman. He comes for you every... Good morning! Vault-Tec calling. Whatever you're selling, I'm not buying. No, no worries, sir. No worries at all. I'm not selling... Наверное, его выпровожу. Okay. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of... Субтитры так хреново работают, шок. Давайте не сейчас. Maybe I don't want to talk to you. No. You do. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen... Не, ну, в принципе, это достаточно важная штука, давайте согласимся. Atomic annihilation won't take but a moment. Sure, let's do it. Splendid! Давайте... Пятерочку в удачу. Четыре сюда. Четыре сюда обязательно. Четыре сюда. Восприятие. Силы четыре. Чуть-чуть интеллекта. И давайте, наверное... ближний бой не очень хочу. Максимальный запас на ускорение харизмы давай будем. Угу, принять. А чё, в чем проблема? Имя, где имя? А, имя. Егор. Егор. Егро. Егор. Ка, сюда. Энтеро. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Мое будущее, это хорошо. On being prepared for the future. До свидос. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Да шо ж молодой не успокаивается. Какие кружева. You heard Codsworth. Go on.
How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Мобиль завести? Я пошел, он там черный красивый стоит. Не пускаешь. Ладно, это придется штуку заводить. Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Не, я все-таки люблю дома сидеть. And miss the World Series? Not gonna happen. Sir? Mom? You should come and see this! Codsworth? What's wrong? Ты уже и привык к рваным кадрам. Sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault. Вот, теперь спринты дают, побежали. Эта жена не очень торопится спасаться, да? Ну, надеюсь, она добежит. Можно машину взять? Забавно, для одного всего лишь. Слушайте, да и графони вполне себе. Я не знаю, молодая. Бегут и даже дыхание не забивается. Ну что за чемпионы? We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Дело сделано. А их не пустили, серьезно? Жестко. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Hold on! Я бы присел. We did it. We made it. We're okay. Кто это Вуди Харрельсон здесь у нас поселился? No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, hey, no, we don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door there. For you, all new residents, this way, please proceed in an orderly fashion. Получилось обогнать, нормально. Male. This way, male. This is good. Step over to the table, take a suit. Just step over to the table. Welcome. Thanks. Pick up a suit right what over now? There. Just можно второй, про запас. Down the hallway right there. Excuse me. This way, please. Right over there. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. Hey there. Please, these people need some space. Oh, God, honey. Ну, space? Ну, ладно, ладно, потом еще. Я запомнил тебя. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Кстати, а зачем они людей заморозили просто так? Hey there. Oh, close call, huh? And to think I thought building the vault in the neighborhood was a bad idea.
Hey, follow me. Just step in here and put your vault suit on. Надо инвентарь открыть. We've got all day. It'll be okay. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. There he is. А, надо было просто подойти. Даже комбез не надел. А, или надел уже. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the fall. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Я могу ее открыть? Come on, come on, come on. Oh, God! Почему она не разморозилась? I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Чё-то я немножко не понял. Ну ладно. God. Why would Voltaire do this? Это же не Voltaire, братик. Отключено. Отключено. Пусто. Нарушил младенец. Пущен протокол двери камеры. Ладно, нам это не важно. Нам, в общем-то, важно найти тех, кто виновен за это. Ответственен за это. Где могу заходить? Фига себе. Инвентарь надо зайти. А инвентарь нет. А, вон меня ведет целеуказатель. Пашка, давай уходи. Итак, тут 20 минут почти. С открытым окном сидел. Вот добрая кошка на меня села. Ну ладно. О, теперь мы готовы файтиться. Кошка, не надо лизать. Я видео записываю. Игры от подписчиков. Ложись, маленькая, ложись. Безопасность руководства. Ну, камон, кому это интересно? Давайте будем это... Удава душит, а? Идемте сражаться с рад-тараканами.
Ну вот и все. Победили молодого таракана. Потом съем мясо. Главное его обработать. Что это будет бахать меня током? Я не боюсь тока. Одна радиация, это не так уж много. Где-то еще таракан. Знаменитый таракан. Напал на меня с попы. Ну, нас так просто не взять. Так, ну, вроде бы дело сделано. Кстати, да, скелет, значит, уже давно здесь все произошло. Перезалить мощную атаку, да, это я помню, очень неудобно было. Думаю, мы сможем привыкнуть. Ложись, ложись, давай. Немножко стимпаков. На пятерку, по-моему, хилка. Нет. О, наконец-то гандали. Все сворую. Потом, наверное, мусор переработаем. Если я помню, какая-то была легендарная пуха, которую, насколько я помню, нельзя было взять. Вот она. Деляк, ты, пожалуйста, молодая кошка. Is this all that's left? Terminal's gotta be somewhere. А, терминал. Сказано же терминал. Что глупый. Давай просто откроем. Служебный открыт. Напоминание. Хорошо. Это он. Уники, ссаные тараканы. Никогда не ненавидел. Тихо, тихо. А ну-ка не быкуй. Мистер Таракан, сосать, сосать, мистер Таракан такой страшный. Борис, хрен попадешь. Ох, справился. Да пульки экономить. Я не помню, будет это страшнее рад тараканов или нет. Блин, теперь надо вставать окно занавешивать. Иначе все ужасно бликует. Или потерпим. Знаменитый ряд таракан, в которого не попасть. Кое-как, кое-как. Все, вроде бы всех одолел. Одолел, смог, превозмог. Я думаю, нет смысла начальной локации пылесосить. Пойдемте текать отсюда. Чем быстрее уйдем, тем быстрее начнем искать интересные вещи. Выберите, ну потом разберемся, я помню примерно. Все, на свободу. Я уже могу пройти. Но игра против этого. Изменить все, нормально. Каем села. Я, наверное, даже все пылесосить не буду досконально. Будем, не знаю, по сюжету что ли идти.
Потому что если все пылесосить, это бесконечно долго все может затянуться. Sponsors. Swatters. Own a piece of Diamond City history and then beat people to death with it. Говорю, ничего брать не буду, пошел лутать. Next, crawl out through the fallout. That's just the name of the song. I'm not recommending it as a course of scientifically recommended action. Блин, да вид имеет игра. Даже спустя столько лет. Мапка здесь. О, балдежно большая, я начинаю вспоминать. Sanctuary. Да Котсворта найти. А вот, собственно, и он. Это вы, говорит, правда вы. Все еще здесь. Разумеется, говорит, может испортить. Выглядит очень хорошо. Где супруга? Они ее убили. Ужасные вещи, отвлечься, успокоит. Развлечение для всей семьи в шашки или в шарады. А, забрали у меня. Это хуже, чем он думал, говорит. 200 лет. И шутишь, на самом деле 210, плюс-минус несколько месяцев. Значит, 20 лет опоздали на ужин, ха-ха-ха, говорит. Ну хорошо. В чем дело? Я, говорит, было ужасно, 20 лет, мне не с кем было поговорить, некому служить. Первый десяток лет занимался тем, что пытался сохранить чистоте полную, ядерные осадки из паркета не выведешь ничем, просто ничем. Да уж бессмысленно затея вытирать пыль, да понятно. Не отвлекайся. Ничего не знаю, сэр. Началась бомбежка, вы покинули дом в такой спешке, был уверен, что вся ваша семья погибла. Правда, наша вот эта голографическая запись. Вероятно, ваша супруга хотела вам ее вручить в качестве сюрприза, но затем случилось то, что случилось. Спасибо. Нечего спешить. Посмотреть окрестности. Нет. Если вы желаете, не стану вас задерживать. Хорошо. Так, нам дали запись. Oopsie. No, no, no. Fingers away. There we go. Okay. Just see it. Right there. Я не хочу обыскивать. Hey, Cosworth. Давай, давай, ищи. Видимо, пока аудиозапись не пройдет, я не могу. Или уже все прошло? Давай. Ищи. Маленький Котсворт-пес. Котсворт-пес. Он и Котсворт, он и пес. Я какой убивак, а? Я бы помог ему, но он и сам вроде справляется, я тоже полезный. Hey, Codsworth. Пойдем, пойдем. Генгста сейчас помогу ему.
тупо блайндшотами победил, а? Ну не убийца ли? Надо найти Шона. Thanks for your help, Conker. Good luck, sir. I shall remain here and secure the home. Ну, Конксворд. Конкорд так Конкорд. Пули есть, уверенность есть. Ничего не будем лутать, это время только тратить. В какую сторону идти? Вроде все сходится. Привыкну когда-нибудь на этап выходить. Но не сегодня, дамы и господа, не сегодня. Вода, насколько я помню, радиоактивная. Поэтому придется пользоваться мостиком. Ой, ну нормально. Немножко облучились так. Закаляться будем потихоньку. А тут, по-моему, сейчас собака будет. Да, мистер Доги. Диги-даги-доги. Хеллоу, собака, хеллоу. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? Пойдем. You wanna come with me, pal? Okay, then. Let's stick together. Hey. Не надо. Страшный звук. Ну давай, показывай. Что нашел? Эмуляторы, красавчик пес. Можно я сам полутаюсь? Во, вспомнил, что подсветка есть. По-моему, ничего нет нормального. Могу быть, конечно, не прав. Тишки потом продадим, они явно в постапокалипсисе что-то достоят. Не такой уж тайник. Как убрать? Отмена. Просто все, пойдем со мной. Ой-ой. Твари крыса. Давай, давай, братик, ты сможешь. Уже здесь. Так, 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 полет бедра. Собака открывает дверь, идет в атаку. Бэм, бэм, бэм. Тихо, тихо, малютка. Ты так не пугай меня, тоже я нервный, ты же сам понимаешь. Не буду лутать их мясо, воняет. О, это тоже долларов стоит, я помню. Здесь тоже что-то было вроде бы. Ложечка пригодится, мясцо. F5 работает? Работает. Все, погнали в Конкорд, или как это место называлось. За звуки? Гнус, ну-ка. Тю, хедшот, тю, тю. Тю, 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 тю. Тю, тю. Убийца. Страшные звуки. Мы не боимся, по лапке ему. Сукидыш. Круто было. Блин, скоро в милишку придется идти. Ну, кстати, не помню, собака сразу была или из дополнения она? Базарные рейдеры. Сюда, петушочек. Секу за собаку и двор разбиваю лицо в упор.
Справа один есть. Опа, не ощущаю его. Не, подожди, вот этого. Давай по голове ему. Опа, сюда. Тупо убивака. Ого, нормально успокоил. Нихера себе. Да хватит, ты понимаете, какой дегенерат? Он бил, он не останавливаясь бил. У него, короче, походу память команд была. И этот дегенерат бил, я просто не мог отойти. Я жал в ASD. Он тупо не давал мне пройти, понимаете? Сложность среднюю изнасиловали за долю секунды. Жестко, ладно. То есть против милишников я дерусь, а против не милишников я не дерусь. Давай, давай, петушок, иди сюда. За собаку и двор, как я уже сказал. Успокаиваю его. Кто-то стреляет уже. И максимально прицельным огнем попытаемся выключить их из игры. Это плохо получается впадать, если честно. Может обойти их тактикульно, ребята? Давайте попробуем спешить, там походу еще фишечки были. Обойду их как тигр. И не ожидают этого от меня. А слишком умен для их маленьких рейдерских мозгов. Вот минус один. Красиво, кстати, дал. Я очень плохо стреляю, поэтому не судите строго. Но у него броня defensed. Отлично. Все. Или не все? Все. Так, теперь залутать надо. Сюда. Я все возьму, чтобы сексуальным стать, ну сами понимаете. Я все, наверное, возьму. Пока возьму все, потом буду выкидывать ненужное. Еще где-то говнюк остался. Петушок, а? Только покажись мне, как он туда попал? Не знаю. Это баг. И выходить он не собирается, по всей видимости, да? Отлично. За текстурного главного неговнюка победили. Всем? Посейвимся, давай. Какой? Вот этот, очевидно. Лазергон. А, так. Одежда. Давай наденемся. Давай дорожную кепку. Готово еще. Ступень что-то сменит. Так, лазерный мушкет. Избранная. Давай на пятерочку он будет. А дробовик, допустим, на двойку. Теперь на пятерку мушкет. На двоечку дрободададан. Каждый раз заряжать, что ли? Ладно, мы готовы. Может, и не готовы. Кого я обманываю опять? Как же долго загрузки происходят. Просто аннигилировал. Почему нет выстрела? Он две, что ли, сразу бахает? Блин, я обосрался два раза подряд. Так, знает, куда идти. Так,
Крипово тут все выглядит, однако. Да, нехорошие, да? Удален. Я вроде выше поднимаюсь. Давай достанем из-под земли. Бум, пацаны. Бум, шо с лицом, братан. Да бессмертный били, мать твою. Сет соберем. Не, собаки, сосывать! Я Наруто Узумаки. Блин, изнасиловали, не зря засейвился, не зря. Так, сейчас рвкануть, чуть скоро продолжим. Так, ну что, дамы и господа, мы продолжаем. Слушайте, а это какой-то рофл? Я же вижу, что 48 фэпосов. А почему такой лог? Я честно не знаю, ребята. Но как вы можете понять? Пошло не по плану. Братан, ты не против? Я сейчас перезаряжусь. Придется спину долбить, потому что в голову можем не попасть. Бэм! Сейчас друга его надо быстро выключить из игры. Он хотел в милишку, наверное, идти, но вы же понимаете, что зачем идти в милишку, если можно развалить ему кабинет? With the gun. Минимально сейчас лутанем всякое, что найдем. Вроде зачистили, вроде красавчики. Пулик мало осталось. И это беда, к сожалению. Я возьму, пока место есть новое. Давайте, наверное, еще оденемся для правой брони. Для левой ноги, для правой ноги. Правой руки. А это я тогда на кнопку выбросить. Раз оно мне не надо, я буду выкидывать. Так, что по пухам? Урон 18. У этого 10, у этого 13. Кастетик можно выкинуть, можно 2 этих выкинуть. Вот, 308. Давай поставим ее, например, на единичку. Да когда-нибудь я привыкну. Пуль мало, ну ничего, ладно, разберемся. Противогаз. О-ля-ля, я думал, вы женщина, а вы мужчина. Здравствуйте, Престон Гарви. Preston Garvin, Commonwealth Minuteman. Приятно помочь. Так, мир изменился. Ничего не понимаю. Все нормально, слушай, нужна помощь. Что сюда привело? Мой сын. Паршивое сочувствие бывает очень жестоко. Месяц 20 человек, вчера уже так 8, сейчас 5. Сперва гули, потом проблемы. Какой ужас. Жестокий мир. Думаешь, я этого не знаю? Я такое видел, мне такое пришлось сотворить. Безопасно, говорит. Прекрасно. Расскажи ему. На крыше есть разбившиеся винты крыл с улиц. Ага, не могу скипать. Так вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию. Полный комплект целой брони Т-45, армейский экземпляр. Мне нравится. Понравится. Защита плюс прибавка к огневой мощи. В этом костюме ты сможешь оторвать от винтокрыла миниган. И тогда этим рейдерам прямая дорога в ад. Как тебе идея? Хорошая мысль. Есть одна загвоздка. Нет источника энергии. Старый уже лет 100 как сдох. Зарядись. Но было бы чем. Я помогу. Универсальный ядерный блок. Используется, где такое найти? Да, погнали. Все, где вы? Искать? Куда искать, пацаны?
мистер Пупс. Блин, все в кошачьих волосах. К носу липнет, везде липнет, не представляете. Безумие какое-то. Ну, очевидно, нам вниз надо, да? Я же правильно понимаю. Придется запаркурить немножечко. Это звуки страшные. Lock's really strong. А как? Может быть, надо было через верх пройти, я дурачок упал раньше времени. Да, вы знаете. Скорее всего, я не прав был. Или здесь можно пройти? Да, здесь можно пройти. We're very good, you know. Кого-то победил. Банк, что ли, был? No way I could pick this. Патроны это всегда. Отличный пистолет. Пистолет пока что весьма эффективно выглядит. Я готов. Да я разберусь, ребята. Я столько этих замков в детстве пооткрывал. Вы даже не представляете. Легчайше. First try, you know, motherfucker. Теперь надо добраться назад. Fire. Самая топовая песня. I lost my ambitions. А, не знаю, неправильно пою. Так, чтобы вспомнить, как подниматься, было бы, конечно, замечательно. Паркур осуществится? Эх, балдежно могло быть, но балдежно не будет. Я пытаюсь вспомнить, ребята, пытаюсь. Пока не могу найти проход, путь. Вот, нормальная песня пошла. Прям не знаю, какое-то такое спокойствие сразу начинается, когда этот трек слышу. Наверное, самая моя любимая из Фолоча. Почему 48 фпсов? Понять не могу. Видеокарта даже вентиляторами не крутит, чтобы вы понимали. Охренеть, а я когда играл, когда вот... Давным-давно у меня даже не было, не знаю, стабильных, наверное, 20 фпсов. Я мучился, просто шок. Ну шо, другое дело. Уверен? Даже слезу как жесткий. Бим! Superhero presumption. Иду нагибать. Где вы, собаки? Я ничего не вижу, но я буду шпалять из двух рук. Нихера себе хрящ толстый. Это чемпион. Никто сегодня не уйдет. Мало. Дамаги у пулемета, знаете ли. А где мой прицел? Я так, навскидочку стреляю. Все, давай, зачехлим быстренько. Господи, да что за страшные звуки происходят? Ты должен еще коготь смерти, вот же он. Ля-ля, как флексит, молодой, молодой коготь смерти, флексит со всей силы. Видеокарта еще FPS и дропает. Было 48, теперь 44. Пуль не хватит. Давайте в самое уязвимое место. Дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру. 9 пуль, текаем, чехлимся. Ничего-ничего, у нас есть хпшечка. Он вроде автоматический симулятор использует, насколько я знаю. Поиграем, братан.
Не чувствую урона. Ничего страшного. Стреляй только, только не останавливайся. Все. Где ты, петушок? У тебя вообще шансов было ноль. Еще смотри, чмыри где-то есть. Доги спасти. Не, давай этого не будем убивать пока, дружище. Все, диги-даги спасу. Опять дегенерат где-то в текстурах застрял. Не, вот он. Давай как гэнгста. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Испепелил его. Так, ну теперь я должен полутаться, надеюсь, вы не против, ребята? Как пуху сложить? Вот так. Так, как минимум, хочу все эти собрать. Без патрончики. Патронов, знаете ли, много не бывает. Собака. Давай делаем вещи. Сейчас ухо чье-то залутаем. Угу. Да, вот неинтересно, конечно, лутаться. Убеждать всех здорово, а лутаться не здорово. Где-то еще хряща надо найти. Ты хрящ? Нет, ты просто... Блин, я пойду посмотрю. Ой, знаете, тот самый момент, когда не зря сходил. Кошка начала бедокурить, и я присек. Присек ее бедокурство, пока это было не поздно. Слушай, ну хотя бы стимуляторов намутили. Я очень рад, потому что стимуляторы здесь хрен найдешь, насколько я знаю. Ну, типа, это достаточно редкий ресурс. Отсюда вылез, ты глянь какой. Еще как минимум одного я где-то здесь забуцкал, нет? I'm not sure, I'm not sure. Вот тут ребяточки 6-9 делают. Смотрит логово этого петуха. Он же явно не просто так. Конкорд. Куда я зайду? Одним глазком, дамы и господа. Зря, зря это было, потому что, а, сами видите, это очень долго все грузится. Реально на SSD стоит игра. Мне просто страшно представить. А что ж тогда на HDD-шках происходит? Карта не нравится, когда ты в костюме силовой брони ходишь. Хорошо, что хоть на минигане много-много миллиардов тысяч миллионов пуль было. В противном случае, как тебя смерти, мы бы буцкали полдня. Слушай, ну это шок. Ладно, когда ты первый раз новую локацию прогружаешь, окей, но когда ты возвращаешься в только что посещенную локацию, и это вот, я бы сказал, бонообразно, боноподобно. Прям бы отбил руки. Даже модов никаких не стоит. Я еще думал, может, моды поставить? На красивые женские тела? Но, видимо, нет. Блин, это жесть, что так долго грузится? Лол, так... Знаете, в чем прикол? Я думал то, что хпшка силовой брони справа снизу. А справа снизу это, оказывается, очки стамины. А хпшка слева. Вот это, конечно, забавно. Ну да ладно. Сейчас нам, по-моему, надо будет в Sanctuary вернуться. Даже сюда долго грузится. Я вот после этого ни в один город не захочу заходить. Домик. Я думал, может быть, за кадром... Не за кадром, а иногда поигрывать в Fallout, потому что просто легендарная игра. Ну, блин, это же жесть. Hey, это взаимно. Дружище, говорит. Не ради денег. Hey. So, привык no. только о себе, других монетменов. Помощь, Бива. Помогите мне. Чувствую энергию твоего сына, он жив, слава богу. Чувствую жизнь свою, он ждет тебя. Хорошо. Видение, чтобы подсказать тебе начать поиски великий зеленый самоцвет Содружества. Больше информации. Препаратов видение нарисует более ясную картину. Понятно, понятно.
We're all gonna die eventually. We're gonna need the sight. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here. Куда вы собрались? We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy? Ой, о, простите, простите, сорвалась, сорвалась. We're all in this together, right? So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Hey there. Don't worry. Well then, sanctuary it is. People to sanctuary. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time. Ну все что ли? Даже не подходи сюда. Я занят. Ложись на диванчик и отдыхай. Молодец. Кошка накушалась. Она, короче, свалила. Пауч. По всей квартире давай миграться. Пыталась поесть его. Хотя у нее было все насыпано. Ей надо было именно нового. И слушайте, ну с загрузками надо что-то думать. И это прям нонсенс. Я, честно говоря, не помню, сколько игра вообще весила. Наверное, гигабайтов 40, а может быть даже и 60 все. Так мне квест сегодня сдадут или нет? Или мне тебя, дурачка, вести до Санкчуаря? Все, я твой квест взял. В Санкчуаре, окей. Добраться до Diamond City. Слушайте, давайте, наверное, мы все-таки вернемся, скинем там броню свою силовую. Я же могу? Да. Скорее всего, эти работяги придут сюда. Я не очень хочу заниматься разговорами с Престоном Гарви. Еще мне кажется, у меня текстуры до конца не загрузились почему-то. Слушайте, ну... Может, я, конечно, не на SSD поставил? Сейчас проверим. Вот сейчас выйду отсюда. Оставлю броньку здесь. Они еще не дошли, да? Да, они еще в пути. Или нет, не знаю. И нам нужно от Музея Свободы двигаться к Diamond City, you know? Давайте чуть-чуть начнем идти. Уже, наверное, время наиграли. Пока игра загружается, я могу посмотреть, сколько мы уже наиграли, да? Так, для данных, запись, обрез, запись. Получается 40. 250. Да, почти наиграли. Слушай, давай я, может, еще пойду посмотрю, куда я игру установил-то. Расположение файла. Нет, на SSD-шку, на новую SSD-шку. На new SSD. Exactly туда, куда надо. Ну и все, у самурая нету путь. Нет пути, только цель. Или наоборот, я до конца немножко не уверен. Милый. Дивный мир Fallout 4. На мой скромный, сугубо личный, субъективный взгляд, легендарнейшая игра. Многими не очень любимая, но тем не менее. Замечательная и восхитительная. Сомневаюсь, что кто-то будет с этим спорить. С этим можно взаимодействовать, не помню немножко. Ну тихо, тихо, не урчи. Все хорошо. О, кто это? О, я миниган не положил, папаня, блин. I ain't giving you poison shilling chem pushers anything. Do you know what that junk has done to my boy? He bought them fair and square, Trudy. Our fault if he's strung out. Whoa, whoa, easy there. Я ствол убрал, убирайте после ствол. Так, опусти оружие. Ну пойдешь говна поешь, братик. У нас был шанс договориться, но ты выбрал схему петушка. А, критануть надо было, я забыл как-то скритовать просто. Нихера себе. Ля, какой. Один погиб, и ты прогиб. Ясненько. Так. Есть у меня один план.
Hand over the goods. You owe us. I ain't giving you poison chilling chem pushes. Там на очередь стану. Do you know what that junk has done to my boy? Все, проблема, господин. И как кнопку лечиться? Где стимулятор? А не поздно лутанем? Морковочку. Ну-ка. Так, воронье, это тебе. Справишься? Как всегда, нужно кто-нибудь дорогу. Обмен, ну, торговка, да? Ну что, давайте тогда на этом будем заканчивать потихоньку. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал, еще Бусти, много всего интересного, подкастики, лайв-формат. Также, если вы подпишетесь, то раз там, не знаю, в неделю или в две недели мы будем выбирать игры, в которые я буду играть по часику. Так что, как-то так, всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Бусти. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.